Bienvenidos a su noticiero Reinventemos Nueva Esparta, donde compartiremos las informaciones más importantes de la gestión del gobierno bolivariano en favor del pueblo neoespartano. Здравствуйте, друзья мои! Почему сегодняшнее видео имеет такое странное название «Я тебе ссу в глаза, а тебе все божья роса»? Сегодня мы будем разговаривать о диптериксе душистом, он же серапия, это же известный в России бобы тонко, и именно о тех мифах, которые в России распространены. Итак, что же это такое? Серапия – это плод дерева, это семечко диптерикса душистого. И все сразу, наверное, полезете смотреть в Википедию. Именно для таких вот википедеров я это все и рассказываю. Существует мнение, что диптерикс душистый является онкогеном. Ё-моё, ну это просто лапша на уши. Существует мнение, ни одного доказанного источника, ни одной ссылочки, ничего не приводится. А я вот вам могу сказать, что исследования доктора Раджа Кумара из Делийского университета четко показали, что кумарин, содержащийся в этих зернах, является ингибитором каких-то там протеинов, которые относятся к жизнедеятельности раковых клеток в раке легких. Другими словами, это рак лечит, в отличие от жареной картошечки, которая доказанно является онкогеном. Итак, рассматриваем ту же статью в Википедии, в которой написано «ферментируется сутки в роме». Вы же знаете, что такое ферментация. Что такое ферментация? Это вообще древнейший процесс. Ферментация – это процесс, это химическая реакция с использованием ферментов, белковых катализаторов. У меня тут спирт есть. Это ни хрена не катализатор. Это растворитель. Значит, мы что можем сказать? Что это не ферментация, а спиртовая экстракция. И сейчас я полностью вам повторю тот процесс в Википедии, который описан. Почему написано, что делается именно так? Потому что дорогие семена диаптерикса засыпаются в какую-то емкость. В эту, например. Кстати, у меня тут был в гостях, Серега Цыбанюк, такой, знаете, лысый пидор из канала «Напитки дома». И вот он нагнал рома, настоящего тростникового рома. Блин. Ну, я не буду пить, потому что все-таки видео для всех. И, значит, вот именно вот этим настоящим тростниковым ромом я вместе с Федей и Ваней попытаюсь воспроизвести тот процесс, который описан в Википедии, что якобы вымачивают в роме и типа ферментируют. Еще раз говорю, что такое ферментация? Простейший пример ферментации – это солод. Росток, выделяя ферменты, превращает сложно растворимые крахмалы в простые сахара. Здесь ничего не ферментируется. Здесь происходит спиртовая экстракция. Потом вот это все, потом вот эта вот жидкость, которая будет кумарин и содержащиеся ароматические вещества, ароматические масла, перейдут в ром, и это все будет продано в парфюмерию, в другую промышленность, в алкогольную промышленность, опять-таки, для ароматизации рома. Другими словами, мы получим эссенцию. Вот всякие википедеры начинают жевать там хлеб, вот вы знаете, вот там вот в Википедии написано. Да хрен там что написано, это все вранье. Итак, засыпаем вот это вот, вот сюда вот. Берем ром Цыбанюка с канала «Напитки дома», кстати, вбейте себе в поисковик на Ютубе, вы все увидите. И заливаем. В той же Википедии написано: происходит процесс ферментации сутки. Потом это все сушится на открытом солнце. Итак, давайте смотреть, что получится в конце. И чем вот это будет лучше, чем вот это. Я вас уверяю, ничем. Но объяснить стоит. Друзья мои, здравствуйте. У нас прошли ровно сутки. И теперь давайте смотреть, что же у нас получилось. Получилось у нас следующее. Семена потемнели и отдали свою ароматику спирту, в нашем случае ромом. То есть произошла спиртовая экстракция. Теперь по логике википедеров вот это вот. Вот этот вот экстракт куда-то девается. Обратите внимание, что они почернели, и стали черные, практически черные. То есть приобрели всем нам знакомый
цвет, который мы видим в разных публикациях. Что мы делаем теперь? А вот и неправильно. Теперь мы берем, распределяем их в два стакана. И заливаем ромом еще раз. Для того, чтобы извлечь максимальное количество ароматических веществ и кумарина. И ждем еще сутки. Нам же нужно извлечь по максимуму, чтобы в Россию отправился именно полностью выжатые семена. Именно какие их и предлагают России. Друзья мои, доброе утро, доброе утро, доброго всем утра. Итак, у нас прошло, практически прошли вторые сутки с момента начала мной повторения эксперимента о якобы ферментации. Почему якобы? Потому что, еще раз повторю, ферментация – это процесс, химический процесс, химическая реакция с использованием белковых катализаторов фермента. В данном случае это никакая не ферментация, это спиртовая экстракция. Еще раз, я вот такую вот сделал сноску. Итак, у нас есть вчерашний экстракт. Я залил, как вы помните, его ромом еще. И мы продолжаем сливать экстракт. Сливаем, сливаем, сливаем. Тут на что стоит обратить внимание, что сирапия бобы тонко, кстати, мне тут сказали, что они на самом деле тонка, это продукт многоразового использования. Вы можете вот так вот их заваривать в спирте, в молоке, в чем угодно, любое количество времени. Итак, сейчас я их выложу здесь, для того, чтобы они высохли на открытом солнце, подсушились. Пока еще открытого солнца нет. Но оно здесь очень скоро будет, потому что надо мной чистое голубое небо. Итак, продолжаем эксперимент, смотрим, что будет получаться. Все, я их разложил, уже потихонечку появляется утреннее солнышко. Посмотрим, что это, к чему это все приведет. Мы должны получить, будем абсолютно точно такие же, точно такой же продукт, который называется бобы тонко, и который продается в России. То есть из которых уже посредством спиртовой экстракции извлечено большое количество, большее количество ароматических веществ и, собственно говоря, кумарина. Запах, конечно, стоит обалденный. Тут и вишня, тут и корица, тут и гвоздика, и ваниль. Это просто обалденный, обалденный аромат. И мне очень нравится. Мне он очень, очень нравится. Итак, смотрим, что будет дальше. Смотрим, как они поведут себя. Этот эксперимент продолжается для того, чтобы вы видели, для того, чтобы вы знали, как оно, что из чего сделано, почему именно так. Друзья мои, время идет, вот они сохнут, я в прогрессе фотографирую, естественно, все это. Вот покажу, что даже на некоторых уже кристаллизировался кумарин. Но почему-то только на одном. Итак, друзья мои, что же получилось? Вот у нас получились типа якобы ферментированные, на самом деле это семена, прошедшие спиртовую экстракцию, на них выступил кумарин. И вот семена Дептерикса свежие. Я сейчас буду рассказывать, естественно, чем они отличаются, что получилось, почему это лучше, почему это хуже. Также получился у нас целый стакан экстракта. Это вот итоги эксперимента. Привет, всем привет. Итак, я специально не брился, чтобы вы потом не говорили: Вова, ты там снял все за один день, ничего это не было, ты все купил. Нет, я не бритый, не стриженный, это значит, что весь эксперимент я провел по-честному. Что же у нас получилось? Как я говорил, получились вот такие темные черные семена, которые мы все можем купить. И вот наши, давайте разрежем просто, посмотрим, что получается внутри. Вот я вам сейчас покажу. Значит, должно быть видно, да, что прошло спиртовую экстракцию, что нет. Они бы были бы еще более темные, более черные, если бы я их больше бы и экстрагировал, вымачивал бы в спирте. Для чего это? Для того, чтобы получился спиртовой экстракт. Именно вот этот экстракт, именно им ароматизируют ром, именно им ароматизируют парфюмерию, хотя парфюмерия по факту это и есть аромат. И после извлечения этого экстракта
вот эти вот семена, которые уже отдали всю свою ароматику, продают в России как бобы тонко. Ну, то есть обманывают. По факту это жмых. Вы видите, я вот покажу еще здесь, здесь это видно, что они не до конца вымочены, не до конца прошла спиртовая экстракция. То есть это видно, это видно. Итак, что же мы видим? Мы видим, что однозначно в России продают второсортный товар. Если у вас будет желание и возможность купить бобы тонко, ищите вот такие. Они свежие, они сухие, они не прошли спиртовую экстракцию, они самые лучшие. Что же касается онкогенности, не онкогенности данного продукта, ссылочки будут в описании, вы их посмотрите, почитайте, сами все поймете. Кстати, мы, как шоколадники, ну вы знаете, что шоколад это наше все, мы их используем в нашем шоколаде, у нас есть 70%, кажется, слушай, Макс, как там в Питере дела, какой у нас там шоколад есть, кажется, у нас есть бобами тонко шоколад, расскажи-ка нам. Владимир, привет. Все нормально? Да, конечно, у нас есть этот сорт шоколада с бобами тонко. Это 70% темный шоколад. Именно в нем раскрывается аромат гвоздики и корицы. И мы с гордостью представляем его нашим зрителям. Салют из Питера. Отлично выглядишь, Макс. Слушай, очень рад действительно, что вы продолжаете наше шоколадное дело, что у нас оно отлично получается. Я же вам все-таки, вы получили эти бобы тонко, я вам их послал, вы их получили, вы сделали отличный, я уверен, классный шоколад. Обязательно отправьте его Сергею Цыбанюку на его канал «Напитки дома», пускай он попробует, он же все-таки профессионал, профессионал в роме, профессионал в алкогольных напитках, профессионал в дегустациях. Я очень хочу услышать его мнение по этому поводу. Посмотрим, что он скажет, может быть, он это осветит как-нибудь в своем блоге. Итак, резюмируем, ставим некоторые точки над «и». В России продается вот это, нечто черное, нечто непонятное, прошедшее спиртовую экстракцию. Экстракт спиртовой из этих зерен уже удален. И то, что в России не найти, это свежевысушенные зерна, которых практически нет. Я их не встречал. Именно эти зерна мы используем для приготовления нашего 70% шоколада с бобами тонко. И Цыбанюк с канала «Напитки дома» их использует для ароматизации своих напитков, своих напитков, своих ромов. Ребята, не дайте себя обмануть. Покупайте это, не покупайте. Покупайте только свежевысушенные семена. А? Верно, губастый? И все-таки небольшой постскриптум. Слева якобы ферментированные бобы, справа те, которые должны быть, не прошедшие спиртовую экстракцию. Будете покупать, сразу обратите внимание на эту разницу. Спасибо, ребят, за внимание. С вами был Вова из Венесуэлы напрямую. Всем привет и доброе утро и спокойной ночи мне.